тебе. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Чем обязаны? Я работаю следователем. Моя фамилия Демин. Это Кувакин, тоже следователь. Вот наше удостоверение. Зачем же? Проходите, садитесь. Парикмахерская на дому. Четыре раза в год позволяют себе такую роскошь. Правда, за 8 рублей. Зато без очереди и со всеми удобствами. Ирина Аркадьевна, Татлин утверждает, что валюту для продажи ему дали вы. Что утверждает он еще? Вы замужем? Была сейчас свободна. Дети? Дочь в интернате. Беру на выходные дни. Мама болеет. Сейчас в больнице. Сколько вам лет? Ну, если положено это, 35. Валюты мы не нашли. Но вы знаете, вот при обыске у Татлина были обнаружены порнографические снимки. Какое отношение? Непосредственное. Выяснилось, что эти фотографии были сделаны на этой квартире. Не предполагала. Он выпросил ключи, попросил для своих гостей, сказал, гостиницу устроить не удалось. Вы кому-нибудь еще ключи давали? Еще один вопрос. Вам никогда не приходилось писать для Татлина курс валюты?